В этом году «Ночь в музее» посвящена Году культурного наследия. И ее слоган «Мода на традиции». Горожане побывают в музейном дворике «Эссен» на спектакле театра «Синяя птица» и услышат музыкальные композиции «Трио Грант». А в уютной беседке узнают историю чая. Там же будут работать мини-кофейня и фотозона с арматскими костюмами Ольги Нагорной. В полночь у нас начнется специальное событие, которое будет идти где-то до часа ночи. И это театрализованная экскурсия «Темная история в стиле ампир», где гости экскурсии останутся практически одни в нашем особняке, узнают все тайны и узнают какие-то легенды про наше замечательное здание. Особенностью «Ночи музеев» будет то, что мы постараемся погрузить в наши выставочные проекты. Это «Киргизская степь» в объективе Карла Фишера. И также будут идти экспресс-экскурсии по выставке «Кто такие пионеры?». На единственной в мире уникальной коллекции сарматского золота в Оренбурге откроются для ночных посетителей тайны золотых и серебряных изделий 5-4 века до нашей эры. Это массивные гривны и браслеты, украшенные скульптурными изображениями различных животных, дорогая серебряная посуда и многое другое. Центральное место в экспозиции – сарматский меч «Акинак». Мероприятие пройдет в эту субботу в Губернаторском музее на Советской, 28, с 6 до поздней ночи. Работники музея рекомендуют взять зонты для экскурсий и маски. Елена Кудаева, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ.